Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и 23-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. Так, ну у нас есть три пути, куда можно отправиться. Давайте отправимся все-таки. Забедим, блин, горгули. Где-то это мойка, расселена, забытая крепость, да? Башня, камера изгнанников, жилище слуг. Сейчас же, небось, опять навторгаются со страшной силой. Давайте сделаем следующее. Пройдем в башню Луны обычным способом. На ком сумел, собакин? Иди сюда. Иди, мое солнышко. Сдохни, падла. Так, здесь у нас все вроде бы более-менее. Напхал всякого. Темный дух впереди. Ты ж не пугай этих темных духов, как скотов. Есть что? Прыжок? Фиг тебе, а не прыжок. Уй! Вот падла, а? Чё ж творишь-то? И давай, прыгай сюда. Иди сюда. Иди сюда, мелкий. Бонзай. Ржавая монета. Что ж ты с прицела это сбиваешься? Ну да, видите, темный дух вторгся. Сейчас будем мы с вами. Да иди ты вж. Вот им тут медом нахрен намазано. Да? Ну понятно, что он меня сейчас рубанет. Да, он щит отбил. Да, с такого расстояния достал, вообще трындец. Ну это чуть-чуть с интернет-соединением, хрен какая-то. Но ты все равно ни хрена не получишь, кроме каких-нибудь бубенчиков, животное. Ой, последние его удары были вообще веселые, потому что у меня персонаж автоприцелился на гномика. Офигенно. Как раз реально раздражает вот это вот веселящиеся идиоты, блин, которые вторгаются именно в тех местах, где нужно идти к боссу. То есть это просто реально помешанные на PvP или попытках нафармить душ любой ценой. Например, в первой части Dark Souls реально были места для, где, ну, нормальные, на мой взгляд, ребята
занимались этими разборками. Там Алачиль, например, там еще где-нибудь. Чтоб, блин, здесь, вот, в преддверии босса, херить месть. Отчаяние, ошеломление. Давайте используем человечность. Так, где там у нас? Да ёб, да не Estus Space, сука, такая. Блин, один Estus просрали. Ну хрен с ним. Ну чё, никто не хочет мне помочь, да? Медики. Через букву П. Ладушки, давайте. В одиночку, так в одиночку. Хрен ему теряем-то. Опаньки. Так, две горгули. Пока для начала, да. Чисто для затравки. Так. Что вы себе представляете? Да дайте посмотреть-то. Раз, два. Третий удар. Отлично, понятно. Раз. Так. Судя по всему, их надо в бочину долбать. Ты, сука. Понятно. Это было больно. Щит держи, урод. Сывай. Падла. Да. Так, огонь на вас не очень действует, да? Ну понятно, почему на вас огонь не действует. Так в спину-то как попало? Охренеть, их уже три. Понятно. Чем же вас долбить-то, скидаки? Да уж, я тут нараскрывался, похоже. Человечность. Нафиг. Пошли бы вы в жопу, гномики. Понятно, что здесь не вариант стоять, да? Придется перемещаться. Промах. Это хреново, что они... Переменно долбит. Раз, два, три. Угу. Я второй раз уже не куплюсь на это дело. Так, что-то я как-то не то делаю, похоже. Одной за одной. Ага, вот как. Thank you.
Вторая с борта, да, сейчас заедет. Третья уже появилась. Что вы делаете, падла? Ай, моя ошибка, моя ошибка. Да куда ты, блядь? Место усу. Ой-ой-ой. Ты-то сейчас куда кинул? С прицелом, гранату, хрен знает куда. Блять! Убегаем, убегаем. Главное, хрен спрячешься. Зажмут, прибьют сразу же. Так, огонь пошел у них уже. Это еще только не половина от них. Старайся. Что творить, творить с тобой. Опять огонь. Огонь. Ух ты, ё! Вот это ты дала, Гарри, блин. Раскрываемся. Сука, так ты еще и сверху палишь, блин. Нет! Нет, я сказал. Че, сучки типа зажали, да? Их уже 4. Или 3 пока еще. Эти удары сверху, конечно, они... вообще не веселые, так скажем. Фью. Так, ну это реально щит пробивает. Ох, сейчас умру. Ох, сейчас сдохну. Сейчас удар сверху. Да? Нет, огнем, огнем, огнем все пытаются зажечь. Автоприцел говно. Особенно здесь. Девки, вы дурдушку-то убейте все-таки. Там огнем может дурдушку повреждать, нет? Зря. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, вот это была ошибка. Сейчас. Это, блин. Огнем своим пытаются меня выжечь все, что можно. Ну, ударить хочешь? Попытайся, блядь. Да, повреждение минимально. Что, дурдушку ты почему не убиваете? Что, тварь обсидиановой? В
Вокруг непонятно, что происходит. Реально непонятно. Ах ты, ёпт. Опять я лоханулся. Да куда ж я ее? Прицел ушел, придурок. Промах у них, отлично. Чуть-чуть повезло. Нет, не промах. Камешек, давай устанавливай меня. С какой стороны к этой пизде зайти-то? Нет, у меня не 10 пальцев, вашу мать. Где они тут? Ую! Нет, сверху меня бить не надо. А, сзади ударила, сучка. Упарила я, блин. Где вот там? Массовое повреждение хотя бы какое-то. Я просто тупо уже боюсь их, нах. Нереально как. Ничего, ничего. Где нахрен? Если тут она одна бы, или две хотя бы было. У нее такая долбанная толпень-то. Ё! Ты что творишь-то? Опять этот... Здесь автоприцеливание, конечно, оно здесь не доставляет ни разу. То есть вот это вот, то, что они сейчас творят, это просто жесть. Что быстрее, кинжал кидается быстрее, да, по-моему, кинжал. Сдохни там, кто там, блядь, сдохни, блядь. Защита от огня, конечно, не минимальная, но и максимально не могу сказать, что уж очень, блядь, помогает. Так, они замедляются, когда кто-то из их товарок начинает фигачить огоньком, да? Ё-блядь. Мне сейчас... Точно, блядь, чуть каранты не настали. Блядь, слишком много у меня всякого говна там понавешено, блядь. Отлично. Эти. Румах. Слушайте, ну вы, блядь, выстроились. Вообще пипец, блядь. Совсем ни в какие, блядь, ворота. А? Удар сверху, что ли? Да. Попытка удара сверху. Попытка снизу, блядь. Подпаливание. Куда ты так разбежалась, скотинка? Опять ни за что по роже получили. Нет. Нет. Сказал нет. Отлично. Да что ж ты мне так? Не застревай, придурок.
прицел убрал. Сожрал два камня. Поди хоть там в кого-то, блин. Попал, да? Молодца. Че, их две осталось? Сейчас опять в тандеме, сучки, работать начинают. А нет, они тут не в тандеме, они уже тут непонятно в чем, блин. Да убегай уже ее. Нет, не надо. Достанет. Не достала. Тут же и сверху палят, и снизу, и со всех сторон. А так я тебя достану. Чуть-чуть. Сучки обсидена новые, на вас это не действует, да? Все как обычно, блин. Уже две сверху уже летают. Это вообще просто жестко. Так, последняя тварь осталась, да? Сдохни, падла! Слушайте, руки реально. Так, душа горгулья с башни, реально. Руки вспотели. И ёптать, еще вот эти, блядь, гномики на букву П, блин. Так, что-то я тут пока крался, тут видел. Душа гордого рыцаря. Прочитать сообщение. Победа! Ну да, победа. Я оценю твое сообщение. И вот здесь, если вы состоите в ковенанте этих звонарей, то до свидания, горгули, то вы в PvP как раз рубитесь именно вот на этих локациях. Теперь победа, точно. Нахрен этих гомиков, гномиков. Так, человечности у меня нет, естественно. Я же просрал, как самый последний душар. Ага, давай ты мне еще и луком палить будешь. Идите вы. Да я в жопу влепил. Ну ладно. Раз ты один, сейчас мы с тобой поболтаем. Чисто по душам. Давай, давай. Что же, топорик не спасает? Ёптать. Не, спасибо. Еще так и душу можно просрать. Это просто после горгули уже вообще никакущий. Сколько я камней истратил? Надо подсчитать. Штук 20, да? Почти все эстусы. Что здесь написано? Слава победа. Слава КПСС. А. Так. Башня лунной. Ой, блядь, мы свалились. Так, а если мы сюда спустимся, то... Ну, ладно, давайте спустим. Так, а что здесь было-то? С кем тут дрался-то? Ну нет, он не мимика вроде. Смотрите. Южное ритуальное кольцо, что оно из себя представляет? Кольцо жизни. Добавляет ячейки, а вот добавляет ячейки для дополнительных заклинаний, но как вы видите, оно весит так не слабенько. Так, а с кем мы здесь дрались-то? Здесь вроде никого не было. Пожалуй, туда мы прыгать не будем.
Здесь что? А, ну понятно, самоубийцы. Реальные самоубийцы. Так. О. Да. Бонфайр не забыть зажечь. Что там внизу? Идти колотить. Раз, два, три. Что я вижу? Три. Четыре. По крайней мере, четыре. Пять, шесть. Ю. Шесть собакиных. Что люди пишут? Сильный враг впереди, так что спокойствие. Это, походу, Карлсон играл, да? С малышом. Спокойствие, только спокойствие. Отскок, так что слезы. А ты что, дурак, что ли, отскочил? Ой, стоп. Это внизу ничего нету? Нет, просто мануха для дураков. Ну, естественно, Маджулу отправляемся. Куда же еще-то? Пацана бронька красивая, да? А, это сет зеркального рыцаря. Походу, у пацана там не гейм плюс. Может, уже и нет. Так, Маджула. А вот что еще я забыл. Ящик с предметами. Половину лута я скинул. Вот, некоторый лут нужно тоже скинуть. Души мини-боссов, чтобы не перепутать их. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь душ мини-боссов. Так, не туда. Как бы с изначальной локации закончить, нам нужно кольцо короля. Но, похоже, находится где-то не так уж и близко. Что такое? Фимиам скептика. Ну, это не слишком полезительная вещь. Тарная сумеречная трава. Подождите, а что мы там с заклинаниями имеем? Так, я не имею в виду вот всякое колдунство, волшебство. Что огненная сфера, поджигание, сырая плоть, железная плоть. И теплота — это лечение, что ли? Да. Теплота — это лечение. Ладно, пусть эти будут. Хрен с ними. Ой, отстань уже со своим там трендобольством. Так, что я хотел? Я жизнь хотел чуть-чуть качнуть. Ну, потому что это уже нереал какой-то получается. Меня там с двух раз начинают выносить. Так, если стойкость поднимем, ну, это не очень. Физика тоже, блин, ни к черту. Ученость, нафиг она нам нужна. Сила удара. Ловкость. 205, а здесь 204, 284. Одинаковая. Здесь атака, сила, атака, ловкость. Защиту от огня давайте тогда. Адаптацию все-таки врубим. Нафиг. Да, королевский замок, я в курсе. Да нифига ты за нас не переживал. Срать ты хотел на всех. С высокой колокольни. Вот чисто мое мнение. А и вот здесь арбалет. Ну, пока он не прокачанный, пользоваться им не слишком здорово, но все-таки. Итак, отдыхаем у костра. Хреновина. В башню Луны отправляемся.
Так, собаки, да? Что ж с ними делать-то? Подождите, давайте проверим, что ли. Так, убираем саблю, убираем щит, берем... Где он тут? Парный клинок плюс 3. А не, щит мы все-таки оставим. Щит дранглика. Так, что ты можешь, что ты умеешь? Нет, это не пойдет. Вот так. Ну, если нас не загрызут, конечно. Потому что защита тут... Кот наплакал. Может, как-нибудь по-хитрому, а? Все-таки. Ага. Одна уже тут наготове. Ну, прыгать сюда, конечно, смысла я не вижу. Так, давайте этот парный клинок до лучших времен. Где там саблями? А какой меч дранглика, блин? Хотя, вот смотрите, ну, 186, 120, ну, так, 35, 186. Но здесь хотя бы урон от молнии, который собак может остановить. Так, а здесь что? Если мы возьмем этот топорик, который по предзаказу был, то... Так, что там с саблей конкурирует? Ну, не очень. Хотя он наносит урон магии. Если я ничего не путаю. А, нет, вызывает кровотечение. Не, ну, он же не парное оружие вроде бы как бы. Нет, стоп. Нет, парное. Смотрите. Вот, парное оружие. Правда, блин, как-то... А, вот как оно бьет. Прикольно. То есть, видите, здесь, если в левой руке у вас не сабля, а топор, ну, любой, то ведущий у вас меч будет не в левой руке, а в правой. Мне нереально с этим топором тяжело, потому что я не воин, поэтому берем саблю. Ну, если вы заметили, у меня персонаж переодет в броню дранглика, правда, я ее не качал ни разу. То есть это кольчуга, наручи и поножи. Так, а что у нас еще защита от кровотечения? 17-30. Ну вот, похоже, железная маска рыцаря Хейда. Но правда мы будем как это... Сами понимаете, кто мотаться, но... Все равно давайте так. Нет, не получается. Что бы снять? Так, это кольцо гигантов. Баланс увеличивает. Сапоги сокольник. Сейчас нормально будем прыгать. Отлично. Что? Погнали наших городских. Что-то мне предупреждали по страшного врага. Уже 2, 3, 4. Ну, в общем, интересно, девки пляшут, да? Просто если сейчас спускаешься, они тут начнут буроебить по полной программе. 7 вообще здесь собак. Другого, кстати, хода-то нет. Потому что... Подождите. Ну, я стрелять их из лука, похоже, мы не сможем. Слишком далеко для автоприцеливания. Это во-первых. Во-вторых. Так, стоп. Ну и арбалет тут здесь ни при чем. Лук надо взять. Ну, как-то, если только как-то так. Согреть их и расстрелять. Сильный враг, что они имели в виду? Только вот собаки. Ну, хорошо бы, если только собаки. Сейчас давайте их выманим. А, собаки, кстати, реагируют на звук ударяющейся стрелы, но не всегда. А мобы почему-то как-то не очень хотят
на это реагировать. Так вот, молодец, умница, дочка. Ну так и стой, я все улажу. То есть... Так, 2, минус 2, еще 5. Бошку-то поприкольнее попадать, да? Хотя, ну, урон примерно такой же. Так, а там, вы там стоите, я вас точно не достану, да? Ну да, конечно. Не, девочка, сюда, 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 сюда. О, умница, девочка. Еще поближе подойди, чтобы совсем был... Ах ты, сука. Есть у меня странное эти ощущения, вернее не ощущения, по-моему, я уже видел что-то такое, там то ли фантом, то ли еще какая-то замануха будет. Что же я на вас все стрелы сейчас потрачу, что ли? А, еще одна спустилась, да? Ладно, я с ним покрасячили, и ладно. Поехали вниз. Девчонки, бабы в кучу. Ага, грешный воргл. Ну да, точняк я где-то видел. Грешный? Охренеть, он мне защиту сбивает. Так, еще одна собака здесь. Это нехорошо. Собака первой не прибежит же. Грешный, блядь. Смотрите, покажем, какой ты грешный нахрен на самом деле. Собака, сдохни. Сейчас еще от NPC-шного педика погибнуть вообще не мешало бы, да? Как вы считаете? Это же бредятина нахрен. Че он творит? Фальшивон. С двумя руками, с двумя копьями, бля. Хрен ты мне сейчас не достанешь, я ушел. Падла такая. Броню так надо вкачать, что ли? Чтобы эта подлюка... Давайте так его сделаем. Мне придется, видимо, забивать на таким макаром. А ты уже ждешь, да? Уже там. Слушайте, он с копьем, да? У меня тоже вроде копье-то было. Где тут у нас копье Хейда на плюс 3. Чего мы тут прыгаем как полное говно? Опять же, как полное. Просто зашибись. Давайте еще вот это используем. И... Сука, это только на меч накладывается, полезняшка. Я понял, что он сильный. Что-то я сегодня не в ударе, да? А вот мы его коцаем. Отлично. Главное, чтобы он нас не... Да, ёптать, не пробивал так охренительно. Падла. Щит пытается постоянно сбить. Помните, я вам рассказывал?
Ну и вы сами знаете, если вы играли, то знаете, что здесь можно щит сбивать. Но щит сбивается очень таким непонятным способом, не очень удобным, так скажем. То есть на контроллере Xbox тупо LB, RB. Да бля, вот падла он. Чё ж ты творишь-то, сука? Ну, то есть его нужно на опережение бить. Еще и лечится, скотина. Еще и в спину хочешь ударить, да? И плюс еще стик вперед. Давай, иди сюда. Прыгай. Просто жесть какая-то. Да что-то пиромантия здесь не рулит. Да иди ты нахрен, блядь. Вот это вообще что-то... К чему вообще вот это вот? Какого-то NPC-шного ботяру не могу завалить. Это, походу, у меня те самые долбанные горгули уже задрали. Причем до ужаса как. Ну, сдохни уже, падла. Грешный вургел. Кто такой, нах? Начинается драка, она уже закончилась. Так, что из собак там выпало? Душа безымянного солдата, ну это хорошо. Так, вот здесь какой-то интересный лут. Да? Опаньки, ключ от подземелий. Врешь же. Нет здесь призрачной стены. Сейчас я, блядь, поверил так, на. Если была призрачная стена, ты бы так не поставил сообщение. Мандачиванные. Так, что я там хотел поставить? Хейда и, естественно, саблю. А вот фальчон с чарами. И насколько он крут. Ну не настолько, как это почему-то копье хита, блин. Я хотел саблю поставить. Саблю 4. Нет, он в принципе с чарами он покруче получается. Чем саблю. То есть он магии еще бьет. Фух. Так, зашибись. В общем, наверх, да? Я так понял. А можешь плюнуть на все, взять вот эту вот хрень собачью, как она там называется. Под названием сосуд души. Нахрен сделать какого-нибудь опупенного танка. Ну, 2000 это можно и потерпеть. Угу. Так, ну сейчас нам нужно все-таки в забытой крепости найти одного из главных боссов, каким-то образом попытаться его забедить. Лес павших, верхний вал, забытая крепость, жилище слуг, мастерская Макдафа. Я напрямки не попру, по-хитрому пойдем другим путем. Потом можно все исследовать будет. Где этот козлик? Да, ему нужен новый уголь. Знаю, где этот уголь находится, но до него, блин, как до ядерной войны. Итак, это была
23-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.